Вот, конечно. А такая широкая эспланада для царственных выходов. Понимаете, потому что в Дмитровском соборе, так же как в Успенском, не рядовые были службы, а очень серьезные. Понимаете, вот часть дипломатического такого ритуала, понимаете, на богослужениях мог присутствовать царственные особы и так далее, и так далее. Вот. Мало того, это был как бы вот изолированный внутренний двор и опоясанный высокими белокаменными стенами. Здесь эта стена, повторяю, проходила так, что едва ли было, и вот со мне, вот как мы стоим, едва ли был виден, так сказать, максимальное углубление арки над окном. Видите? Я вот почему это об этом говорю. Потому что все было не так просто. И в летописи, а летописец был монах, и сидел он в Успенском соборе. Понимаете? И он почти ничего не упоминает о этом царственном и, конечно, очень дорогостоящем постройке, вот это в Дмитровском соборе. Но этого мало. Он, конечно, как монах был смущен различными сценами, очень такими порой здесь кровавыми, когда звери со зверями сражаются, со зверями сражаются и так далее. И увидев этот, так сказать, ну, соблазн для Невеглаз. Вот. Вообще об этом соборе почти ничего не упоминает. Это второй по мощи собор и, конечно, украшенный царством. Вот он же был сразу расписан, и эти фрески сохранились до наших дней в основной своей массе. Это греческая артель, византийская, вот, начало 13 века, там всем известные сцены страшного суда. Они под хорами. Хоры в нем сохранились. А вот расходы на хоры, это были двух башен. Они были симметрично построены и как бы фланкировали собой западный фасад. Понимаете? Вот который опять же был обрамлен еще вот той стеной, петля, которую он здесь заворачивал. Крылья заводим. А что здесь, татары не было? Татары были. Они дотянулись. Не натянулись, и потом я же говорил, что все гораздо сложнее, чем нам кажется. Понимаете, что, например, вот вам теперь известный родственник, князь Святослав, он же был с ними, так сказать, в союзе. Как бы. Понимаете, он завершал, он построил, строил сюда свой собор в Юрии Польском, уже при татарах. Помер он, как вы заметили, 1352 года. То есть его почти вся жизнь прошла при татарах, но никаких последствий трагических не было. Да, он в какой-то степени, конечно, не дипломат. Так что вот так. И никакого здесь смущения не было. Дело в том, что эти сцены, вот, они все были ниже той самой стены, которая опоясывала собор. Понятно? И поэтому для Немигласа, так сказать, здесь был тоже склеп, конечно, в то время, это очевидно. Вот. Никаких вот даже вот таких семейных сцен, вот где на полусогнутых подбегают к большому гнезду и его большое гнездо, вот, они не видели. Потому что над ними высилась белокаменная стена и где-то под небом что-то угадывалось. Вот и все. Так что напрасно беспокоился летописец.
Что это? Обыкновенный житель Владимира не видел. Уже здесь простиралась стена. Она была очень высокая, и поэтому она затмевала все эти соблазнительные моменты. Вот. Кстати, в этом храме, несмотря на его все богатство пластическое и так далее, и дороговизну, конечно, в летописном материале Владимирском ничего нет.